вышел на море прогуляться. Вот такой пирс есть от отеля. Здесь вы можете позагорать, покупаться. Вот люди плавают. Также можете развлечься. Есть стандартное развлечение, гидроцикл. Можете полетать на парашюте. Все хорошо. Люди отдыхают, а мы отдыхаем и работаем. Ведь вести свои блоги — это тоже работа. И причем хорошо оплачиваемо. Если вы думаете до сих пор, что в интернете заработать нельзя, вы глубоко ошибаетесь. В интернете заработать можно и нужно. Что там еще? Что вы можете сказать об интернет-работе? Или о работе в интернете? Сколько вам сегодня пришло? Это такое блаженство. Я устала уже от моря, от обслуживания, от разнообразной еды, от путешествий. У меня уже вот где и все эти путешествия. Я хочу нормальной работы. Кассиром, например, дворником, уборщицей. Например, в Пятерочке постоять хотя бы месяц, там поразгружать грузы, на полке товар расставить. Ну или на всякий случай педагогом. Ладно, солнышко вышло. Конечно же, это шутка была. Не думайте. Никто вас бросать не собирается. Вся наша команда будет только развиваться и становиться вместе с нами миллионерами. Да, да, ребят. Конечно, шутка. Но просто в чем большой плюс, что вы берете с собой смартфон, берете с собой нетбук или ноутбук. Вот мы сегодня записывали ролик про спа-процедуры. И популяризируете свой бренд. Летите в любую точку мира, а бизнес идет. Мы здесь заработали уже около $2000, пока мы нежимся на пляже. Это за неделю. Команда работает, мы отдыхаем. Сетевой бизнес. Да. Вот так, сидя на море, можно зарабатывать деньги. Ты что, 2000? Команда не работает, похоже. Угу. Расслабилась. Да, обычно больше в неделю приходит. Ну, наверное, все тоже отдыхают, но очень плохо. Ну, зато я в топе до сих пор, обалдеть. Всем привет. Привет.